80-летний юбилей отмечает мастер спорта по международным и русским шашкам России Виктор Роберов. Опытный педагог и тренер уже 15 лет готовит спортсменов-шашистов в школе Олимпийского резерва «Лидер». За многолетний труд Виктор Александрович награжден памятным знаком главы города Твери во славу подвига святого благоверного князя Михаила Тверского. Спорта в жизни тренера Виктора Роберова всегда было много. Уже в 10 классе он играл в баскетбол за сборную вагона строительного завода. Потом появились шашки. Но основной все же была легкая атлетика. В качестве арбитра он участвовал в Олимпиаде 80 в дисциплине «Прыжок с шестом». По легкой атлетике я судья всесоюзной категории. По шашкам я в 81 году стал судьей всероссийской категории. Первая категория у меня была по военно-пожарно-прикладному спорту. В школу «Лидер» Виктор Александрович пришел в 2008 году. За 15 лет работы подготовил спортсменов, которые занимали первые места на соревнованиях и первенствах России и Европы. Ну, у меня первый мастер спорта – это был Бокин Николай. Он как раз в 2008 году пришел. Он был призер России, призер России юношеской. Он был самый высокий шашист мира. 2 метра 5 сантиметров. Чтобы вывести шашиста на уровень хотя бы второго разряда, говорит опытный тренер, нужно 1,5-2 года. Денис Давыдов занимается у Виктора Роберова 6 лет. Уже кандидат в мастера спорта. Он мне дал очень много в жизни, начиная от шашек, заканчивая моральными наставлениями. Я полюбил математику. Шашки – это же счет глубокий. Я теперь люблю считать, я люблю учиться. Это приносит мне удовольствие. За многолетний труд замглавы администрации города Андрей Антонов вручил Виктору Александровичу памятный знак главы города Твери во славу подвига святого благоверного князя Михаила Тверского. В свои 80 Виктор Роберов активно работает. Как раз в эти выходные он будет судить турнир по шашкам памяти своего ученика, мастера спорта Николая Букина. В соревнованиях примут участие и нынешние воспитанники тренера.